те музыкальные номера, программы музыкальные, которые вы исполняете в России, сильно отличаются по набору номеров от того, что на родине исполняется? Нет, тут тот же спектакль. Мы его сыграли сейчас. Нет, я не про спектакль, я говорю про музыкальную программу. А, музыкальную? Когда вы выступаете, да, со своим музыкальным коллективом. Ну да, та же самая программа, просто там в Украине нас знают получше, потому что там много ротаций было клипов. Там был скандал с песней Рідна мова. Рідна мова, да. Да, которая на украинском языке. Но это ведь, наверное, такая вещь. Я ее снял как провокацию. Ну, такой вызов общественности во время оранжевой революции, когда, вот когда было разделение на русскоязычных, украиноязычных, и просто мне хотелось показать, что люди вами просто манипулируют, что не превращайте стадо баранов, чтобы оставайтесь людьми в любом случае. И, в общем, такая была очень жесткая сатира, которую я постарался сделать максимально приближенно к жизни. Живой звук и вот живой воплощение. Живое исполнение, как будто вот камера подглядывала. И она вызвала очень бурный резонанс. Как... Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».